Нашли в холодильнике две ножки свиные, немножко мяса. И решили сделать холодец по-бюджетному. Вот на этой основе. Два передних копытца, немножко мяса. И будем делать холодец. Ну, а здесь сами видите. Голубцы. Так и живем вот так. Два свиных копытца и немножко мяса. Это для холодца. Сейчас обрабатывает бабушка и будем варить. Бабушка посыпает какими-то специями. И снова потом на плиту. Вот так вот как. Красивые голубчики. А, понял. Это значит заливается все кипяточком. И треть на плиту. Все понял. Так, чесночка нарезали немного, да? Вот здесь у нас в ночь простояла в духовке русской печи. Чтобы было красиво, первый бульон сливают. Но мы живем в деревне, и бульон никогда не сливаем. И на первом бульоне сразу делаем, ребята. Так что, кому не нравится этот цвет мутный, якобы, пусть они для себя делают. А нам все витамины идут от первого бульона. Так что имейте в виду. Немножко мяса и два копытца будут, ребята. И вот, я не знаю, для чего выливают первый бульон, ну, чтобы красиво было, я понимаю, чтобы прозрачно, все, там яички ложат красиво, а у нас не для красоты, у нас для еды, ребята. Так что как-то вот так. Так, ну вот такое. Значит, два копытца, немножко мяса было, кусочек. Бульон, который мы не сливали. Нормальный бульон, который надо пить. Это сейчас все зальется сюда. И будет холодец. Бабушка у меня разрезала все ножом, такими вот кусочками, через мясорубку. Получается как каша, нам это не нравится, поэтому мы делаем вот так. Кому-то нравится, кому-то не нравится. У нас вот такой способ приготовления холодца.
Ну вот, холодец у нас приготовился. Сейчас будем его пробовать. Чего пробовать? Его есть надо. Поэтому мы будем его кушать. Ну вот, красиво же, красиво, нормальный холодец. Красивый, мясистый, да? Всем приятного аппетита, всем пока.